Привет, меня зовут Лика. На моем канале Лика Лайф вы увидите интересные видео, такие как DIY, лайфхаки, челленджи. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующие ролики. И кто тут развалился, Максик? А? Максик, котяра, тебе что, жарко, что ты развалился на кафе? А? Максик. Ой, побеспокоили кота. Ой, я милашки тут. Ой, яички варю перепелиные. Сейчас я поставлю. Да. Сейчас поставим таймер. 3 минутки, так как уже закипели. Пусть варятся милашки яички. Да, милашки? Милашка кашку уже покушала. Играет теперь с Ники, да, милашка? А, милашка? Что тут у нас с планшетом? Сейчас включится он, видишь? Запуск идет. Мы завтракаем с Ликулем. Заварили с ней черный чаечек с лимончиком. И у нас вот такой вот тортик Прага. Думаю, будет очень вкусненький. Выглядит аппетитно. Но, честно говоря, вот здесь в Праге, вот, по-моему, какая-то то ли вишня, что-то, фрукты. Я в основном Прагу как бы с детства помню. Всегда темные пышки, коржи и крем такой шоколадный. Здесь немножко по-другому, не знаю, попробуем. Похож ли он на Прагу вообще? Вот это как бы торт Прага. Ликуль, ты попробовала? Вкусно? Нет, еще. Пробуй, ты будешь первая. Вкусно, вот эта вот нижняя слоечка такая мягкая, прям мокренькая. Ну вот у Праги, что мне нравится, он сам по себе торт мокренький. Ладненько, сейчас я буду пробовать. Милашка наша тут играется, сидит. Паню. Да, с пандочкой играется. Она уже позавтракала. Теперь мы кушаем. Милашка проснулась только что. Папа, можно включать? Ну, в общем, вот сюда вот нажимаешь, и он включается. Я не могу, папа не разрешает сейчас. Купили ноутбук сегодня, но он еще не это, что там, программ ничего нету, да, пока пустой. Да, надо операционку поставить. Так что мы сейчас работаем над ноутбуком. Ликуля только что сняла сейчас видео на свой канал. Очень прикольное, веселое видео, прям очень понравилось нам, думаю, вам тоже понравится. Заходите на Ликулькин канал, смотрите. Вот. Ты чего ищешь? Мишка Тедди? Где Мишка Тедди? Где-то я видела Мишку Тедди. Ищите где-то. А, вот он. Папа дает тебе. Бери Мишка Тедди. Вот какой. О, так у вас там 2 Мишка Тедди. Да. Один такой этот, блатной Мишка. Такой коп. А, вот этот, который у тебя. Это тоже блатной. О, этот с плеером. А тут такой кофточки с капюшончиком. Классный такой. Милашка, ты выспалась, солнышко? Да. Да. Моя хорошая. Ой, я сейчас пойду чайку налью себе. Я хочу чая. Бабусик. С какой-нибудь плюшкой. Кто-нибудь хочет чая с плюшкой? Да, с тортом. Торт хочу. Понятно. Сейчас пойду сделаю чаечек. У нас так мне ничего не надо. У меня только торт. Хорошо, хоть не с Кока-Колой сказала. А, можно с Кока-Колой? Нет, дорогая моя, Кока-Колы столько, сколько ты сегодня выпила, вредно. Всего 2 стаканчика. У нас уже за окном темно, уже ночь. Вообще что-то так рано стало темнеть вообще. С каждым днем все темнее и темнее. Становится рано. Больше будет. Да, мы сегодня думали тоже выйти на улицу погулять, думали мы. Еще полепить. Да, думали еще полепить кого-нибудь. Милашка что-то сегодня поздно уснула и вот естественно поздно проснулась. Ёжика? Да. Точно. И иголочки с палочек, веточек. Да, веточек. Да, кстати, можно, да, прикольненько. Можно, да. Можно. Ну вот завтра, если Милашка слишком поздно не уснет. Как сегодня, то мы пойдем, наверное, полепим вечерочком. У нас утром как-то не получается. Чего ты ищешь, милашка? Ежика. Ежика.
А, он у нас в спальне, милаш. О, нет, папа нет. Вот и ежика нашел. Не в спальне ежик, да. Покажи ежика. Как ежик разговаривает? Как он делает? Вот так? Нет, а ты покажи, как ежик делает. Вот так вот. Утром у нас никак не получается с милашкой выходить гулять. Конечно, просыпаемся, пока покушаем. О, вот так кто-то сегодня выспался. Пока покушаем, пока там что-то сделаем по дому. И уже Милане, в принципе, через там полчаса спать укладывается, поэтому смысла выходить нету. Поэтому в основном всегда гуляем после сна вечером. А сейчас так стало рано темнеть, что вообще лень выходить. Когда смотришь на улицу, уже темно за окном. Не хочется так выходить. Давай, Лика, скажи играться. Видео монтирую. Ну, папа сейчас пока занят там в компьютере, что-то скачивает. Потом сейчас сядешь, будешь доделывать свое видео. Я сама жду, не дождусь, когда ты сделаешь. Такое классное получилось. Ну, а вообще классное видео. Ржачное. Что? Ой. Давай играться. Ладно, я пошла чайничек поставлю. Миланка, как всегда, тут в игрушку какую-то играет, да, Милашка? А, ты опять с пандочкой играешься, да? Ликуля видео монтирует. Еще мам, долго, Ликуль? Мам, да, мам. Выложу. А? Магазинка. Почему? Потому что я тебя покажу, как мам, а тут лето. Да, а папа тут с ноутбуком возится. Ноутбук. Что-то там все устанавливает, что-то тут все делает. Тоже, в общем... возится. Значит, а тут компьютер этот наш барахлит, что-то там косячит он. И мы вообще решили поменять на ноутбук. Поэтому взяли новый. Я ноутбук. Да, ноутбук. А ты что на лошадке своей не катайся? Вытащила ее. Под ногами стоит. Сейчас Лика побежит, как шлепнется. Вот будет весело, да, милаш? Давай поднимай игрушки, попросила принести и Тедди Мишки. Одного Мишку принесли, другого Мишку. Где? Ну, и ты не играешься с ними. Нет. Нет, солнышко. Девочки, пойдемте кушать. Да, я уже пожарила мясо, макароны отварила, в принципе, все готово. Милаш, иди тебе штанишки поправлю. Дотя, погнали кушать. Нет. А ты иди положи нам макароны. Да я хорошо. И мы идем. Ой, Милашка на лошадке с Тедди. Покатай Тедди на лошадке. Нет. 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 Мы садимся ужинать. Я творила вот макаронки, пожарила мясо, свининку, шейку. Очень сочное мясо получилось. И лучок порезала, с уксусом сделала. Типа шашлычка. Вот, так что что-то захотелось такого шашлычка, но на улице сейчас не вариант жарить шашлык, поэтому ну, решила как бы в домашних условиях сделать. Себе просто мяско положила без макарон, ну так как уже сейчас 20:00, слишком поздновато, тем более я только что попила чаек и с бутербродом, с сыром, ну и как бы уже многовато. Так что мы садимся туда просит. Ужинать. Туда? Да, ну давай туда просто. Ну, пусть там кушает. Вот, в общем, всем приятного аппетита. Вот так вот я сделала на мяско лучочек с уксусом. Прям такой запах, прям как будто бы шашлычок. Вообще вкусняшка, так аппетитненько. Милашка уже погуляла, мы сходили погуляли с ней. Мама! Там у нас на улице такой снежок идет. На улице прям так холодно, наверное, градусов, ну, я не знаю, -5, -7. Вот, мы 40 минут погуляли, подзамерзли и пришли домой. Сейчас я вот пью чаечек. Гада! Да, он горячий. Милашка попросила, я говорю, сейчас чуть-чуть остынет чай. Вот, пью белый чай и ем вот такую вот шоколадку. Кит-кат с хрустящей вафелькой. Вот, Милашкина кашка остывает, сейчас тоже покушаем. Мы уже искупались с Милашкой. Ликуля наша все монтирует видео. Никак не смонтирует, как бы очень интересное видео. Но долго она его монтирует. Не надо. Не надо? Отдай тебе корову. Нет. А что?
Иланка играется со свинюшками. Это такие свечечки. Дай я покажу, милаш. Такие свечечки вот. Эти свечки мы покупали, я не знаю сколько, наверное, лет 10 назад. Вот они у нас до сих пор стоят, вот эти свечки. Вот, и милашка любит с ними играться. Уже они такие все покоцанные, такие побитые. Вот, но милашка, вот даже фитилек такой есть еще, оказывается. Вот, но милашке они очень нравятся, и милашка с ними постоянно играется. Покажи эту свинюшку. И вот такая вот еще свинюшка. Тоже вся такая, она уже потертая, но почему-то они милашке очень нравятся. Две свинюшки, да, милашка? Она вот... тоже. Да, и она с ними играет. Вообще, я очень люблю свечки. Я даже, можно сказать, коллекционирую свечи. У меня очень разных свечек, много их. И я как вижу что-то такое интересное, всегда покупаю. Это еще у меня началось, наверное, лет 10 назад, это увлечение. И вот эти свечки были, можно сказать, одни из первых. Не трогай. И милашка, вот я их все-таки отдала, потому что она прям постоянно к ним тянется. Я вначале их прятала, мне было жалко, чтобы их не испортила милашка. Но она постоянно к ним тянется, и вот я ей отдала. Думаю, ладно, пусть ребенок играется с этими свечечками. Уж понравились ей эти поросята. Вот, ну ладненько, мы пойдем спатки. Сейчас я допью чай и пойду уже милашку укладывать спатки. Уже поздно, уже сейчас 9 часов, сейчас пока покушаем. И полдесятого, думаю, уже пойдем с ней укладываться в спадки. Так что говорим всем пока-пока, Милаш, ты говоришь пока-пока? Да. Говори пока-пока. Пока-пока, пока-пока. И свинюшки тоже говорят пока-пока. Всем спокойной ночи, всем до завтра, пока-пока. Ой.